Веревка есть, Ангель? Амир? Да, есть. Вижу пока. Так, походу команду поменяли. Скажи команду. Раньше, кстати, была Саша Роб. А, я думал, ладно. Понятно, чувак болеет. Чё, ну ладно, давай. Давай подальше, здесь могут принять что-то похищение. Как ты, Мишок? Давай, нет, едь туда дальше. Нет, не сюда. Да. Старший лейтенант.
Виктория Кит теперь. У нее ни дома, ничего нет, можем только за этот. За старшего лейтенанта ему. 20к прописать. А? Вот я сейчас хуй знает, что делать с ним. Раз уже... Вот нет, это понятно, но мы его вбивать, если то, только чисто через обход. У него же нет никакого имущества. Да. То мы можем сейчас делать просто как ограбление. Ты снимаешь же это все? Yeah.
Да, забей. Какой? Записал? Исход следующий. Мы его запугали, он точно привезет ящики. Привозит нам ящики, лично. Мы его просто снимаем, его лицо. Мы снимаем, типа, его удостоверение, это все такое. И... А, развернись, подъедь к нему. Назад. Документы-то у меня. А, не, типа, не, езжай дальше. Типа, документы у меня, типа, все такое. Какой там у меня номер был? Нашел. Его нет на сервере, я ломился. Вот. Мы снимаем это все. После чего у нас будет жесткий компромат на то, что он сотрудничает с ОПГ. Это полноценное увольнение, и этим можем с ним манипулировать. Ух, РП пошло.